Гороскоп на 24 апреля 2023 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Понедельник для Овнов – благоприятный день. Обстоятельства складываются удачно для вас, можно многого добиться. Действовать нужно быстро, и вы не теряетесь, принимаете решения молниеносно. Интуиция часто подсказывает, как поступить. В работе пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Благодаря им вы будете чувствовать себя увереннее. Можно делиться с близкими своими идеями и обсуждать планы на будущее. Стоит поговорить и о том, как добиться целей, важных для всех. Объединение усилий быстро принесет плоды. Вечер подходит для поездок, смены обстановки. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. День не подходит для финансовых операций. В эмоциональном плане он тоже не слишком удачен. Возможно, самооценка Овнов и уверенность в себе будут подорваны, но лишь в том случае, если вы не потрудитесь выполнить все свои обещания, даже самые мелкие. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. В понедельник Овну следует чаще идти на компромисс с теми, кого он любит и ценит. В противном случае конфликтов не избежать. Если дома есть срочные дела, то незамедлительно ими займитесь. Экстремальные виды спорта и рискованные предприятия исключите, чтобы не попасть в неприятности и не получить травму. Финансовая ситуация у Овна наладится, благодаря состоятельному человеку. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что первая половина дня может быть полностью посвящена напряженному труду, переориентации, реорганизации дела. Финансовое положение в это время стабильно. Основывайте глобальные процессы переустройства на связях с людьми или компаниями из ближнего или дальнего зарубежья. Личный гороскоп. Благоприятный день для новых встреч и знакомств. Ожидается прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Благоприятные знакомства, посещение новых мест, путешествия. В понедельник тельцы смогут добиться успеха, если будут рассчитывать на собственные силы. В этот день лучше не ждать помощи со стороны. Участвуя в совместных проектах, вы часто сталкиваетесь с трудностями. Возникают разногласия и споры, договориться оказывается нелегко. Однако, если вы будете терпеливы и деликатны, то все, что было начато, удастся довести до конца. Можно принимать важные решения, касающиеся будущего. Вам многое становится понятно, поэтому не приходится напрасно тратить время и силы. Вечером вероятны приятные знакомства, интересные встречи. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Если сегодня вы попадете в непростую ситуацию, и у вас возникнут проблемы, не пытайтесь взвалить их полностью на себя. Это может повредить не только вам, но и вашим близким. Сегодня тельцам надо быть предельно аккуратными. Есть вероятность получения бытовых травм. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп предсказывает тельцу замечательный день, когда все получится так, как вы планировали. Будет масса поводов для радости, поэтому настроение на высоте. Не доверяйте своих секретов тем, кого мало знаете. Больше слушайте, а не болтайте о своих успехах на финансовом и личном поприще. На дороге тельцу необходимо соблюдать осторожность, чтобы не создать аварийную ситуацию. Гороскоп «Дом» на сегодня. Положение планет немного повысит накал страстей. Ссоры могут легко вспыхивать и также быстро гаснуть. Личная жизнь одиноких тельцов станет яркой, в ней возможны непредсказуемые повороты. Авантюры строго противопоказаны. Благоприятны лишь полезные знакомства. Личный гороскоп. Напряженный день, связанный с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Если сегодня вы захотите сделать покупку, не медлите, так как она окажется удачной. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений. Всю энергию лучше направить на работу, вас непременно ждет успех. Понедельник у близнецов – благоприятный и насыщенный день. Стоит проявить инициативу в делах, это заметно увеличит ваши шансы добиться успеха. Новые идеи оказываются удачными,
вы сможете быстро воплотить их в жизнь. Проверенные союзники охотно помогают, да и новые знакомые готовы поддержать. Возможен прогресс в работе, карьерный рост. Вероятно, заметные перемены к лучшему в личной жизни. Не исключено, что начало им положит совпадение, которыми вы ловко воспользуетесь. Романтические сюрпризы и знаки внимания поднимут настроение. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. С утра в понедельник близнецы проснутся в бодром расположении духа. Вокруг вас все гармонично и умиротворенно, хотя в вашу голову могут закрасться сомнения по поводу ваших текущих дел. Вечером вас охватит непонятная и необоснованная тревога. За руль лучше не садиться, так как возможны неприятности в дороге. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Важные мероприятия и коммерческие сделки близнецам лучше проводить утром. Таким образом, вы добьетесь успехов намного быстрее и сможете заключить выгодные контракты. С родственниками постарайтесь не спорить, а с детьми проведите максимум времени. Чтобы сохранить здоровье и не прибавить в весе, близнецам необходимо умерить потребление жирной пищи и соблюдать режим. Гороскоп «Дом» на сегодня. Благодаря своему обаянию и энергичности вы можете оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Дороги сулят удачу. В организации отдыха не зацикливайтесь на одних и тех же идеях, одних и тех же людях. Стремитесь к переменам. Личный гороскоп. Вероятно, достижение успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Возможно, сегодня вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Понедельник для рака день будет противоречивым и неровным. Все идет не так уж плохо, но события развиваются не совсем так, как вы ожидали, и это сбивает с толку. Появляются новые дела и задачи, ради них приходится отложить то, на чем вы собирались сосредоточиться. В этом нет ничего страшного, но вы предпочли бы действовать в соответствии со своим планом. Возможны мелкие, но незначительные разногласия с окружающими. Вы остро реагируете на невинные замечания. Нежелательно решать финансовые вопросы, заключать сделки и покупать дорогие вещи. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки слишком учтивы и безотказны. Сегодня вы будете пытаться выполнять работу сверх нормы и помогать всем, кто не попросит. Не пытайтесь всем угодить, это может вам лишь навредить. Но и не стоит слишком нервничать и волноваться из-за этого, просто относитесь ко всему проще. Лучше обходить стороной медицинские заведения, поменьше пользоваться бытовыми услугами, компьютером и всемирной сетью. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Рак сегодня будет пользоваться популярностью и укрепит свой авторитет в кругу коллег. Вы предложите такие идеи, которые смогут поднять вашу компанию на самый высокий уровень. Гороскоп советует Раку больше бывать на природе, общаться с позитивными людьми и не углубляться в чужие проблемы. Вечером предстоит заниматься бытовыми хлопотами и заботиться о пожилых родственниках. Гороскоп «Дом» на сегодня. В личной жизни и семейных отношениях особых щедрот от судьбы пока ждать не приходится. Не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком. Если и заводить роман, то только не на глазах у родственников. Личный гороскоп. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Постарайтесь, несмотря ни на что, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений. Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая стабильность своего положения. Понедельник для львов – вероятно интересные встречи и знакомства. Преобладает влияние позитивных тенденций, можно рассчитывать на успехи во многих начинаниях. Будет возможность пообщаться с людьми, которые вскоре станут не только надежными союзниками, но и хорошими друзьями. Вы легко находите с окружающими общий язык, можете помириться с теми, с кем были в ссоре. Вы отлично справитесь с делами, которые оказались не по силам другим, потому что не захотите отказываться от задуманного, вовремя проявите настойчивость. Можно отправляться в поездки, они сложатся удачно. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы, не пытайтесь найти легкие деньги. Это обязательно обернется для вас фиаско и ссоры с близкими вам людьми. Сегодня стоит отложить все свои дела и уделить хотя бы чуть-чуть времени общению с друзьями.
Дружеские беседы отвлекут вас, а не чужие вам люди, в свою очередь, помогут вас разобраться в проблемах. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. В понедельник Льву захочется кардинальных перемен в личной жизни. Если вы будете меньше критиковать и требовать от своего избранника, то отношения будут более гармоничными и крепкими. Льва пригласят на торжественное мероприятие, к которому лучше заранее подготовиться. Если есть возможность, то запишитесь к парикмахеру и косметологу, чтобы выглядеть соответствующим образом. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что сегодня львы будут ощущать гармонию в семейных отношениях. Многие будут способны понять переживания и чувства домочадцев и могут рассчитывать на такое же понимание своих проблем. Если вы давно собирались внести в свой быт изменения, которые бы позволили все домашние дела организовать более рационально, то наступила прекрасная пора для претворения ваших намерений в жизнь. Личный гороскоп. Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, сегодня велика, однако предстоящие расходы поглотят всю прибыль. В профессиональной сфере деятельности возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний. В понедельник девам нужно быть осторожнее в начале дня. В это время не стоит принимать важные решения или связывать себя какими-то обязательствами. Нужна разборчивость в контактах, не так-то легко разобраться, кому можно доверять, а от кого лучше держаться подальше. Если появляются новые идеи, реализовать их сразу не удается. Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций. Во второй половине дня добиться успеха в делах будет проще, как и найти общий язык с окружающими. Это время подходит для решения юридических вопросов, обращения в государственные организации. Любовный гороскоп на сегодня для дев. Велика вероятность, что сегодня у дев возникнут конфликты. Они будут непродолжительными, но станут абсолютной неожиданностью для вас. И, скорее всего, именно вы окажетесь той стороной, которая пострадает больше всего. Если вас легко уязвить давлением на ваши эмоции и привязанности, то у соперника определенно есть все шансы на победу. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Чтобы достичь целей и успехов в профессиональной сфере, Деве потребуется немало усилий. Не отказывайтесь от помощи тех, кому вы сами неоднократно помогли. Отличный день для учебы, продвижения талантов и налаживания контактов с бизнес-партнерами. Эмоциональное состояние у Девы нестабильное, поэтому гороскоп не советует встревать в споры и находиться в шумных компаниях. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня многие девы получат такое вознаграждение за усилия и таланты, которое в конечном итоге устранит всякие различия и разногласия между коллегами и партнерами. Постарайтесь использовать благоприятные тенденции этого дня, иначе многим из вас придется прожить жизнь, сводя концы с концами. Личный гороскоп. Это день новых встреч и знакомств, ожидается прогресс в делах, связанных с учебой, изучением ремесел, поисками новых источников заработка. Благоприятные знакомства, посещение новых мест, путешествия. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего, даже членов семьи. Понедельник для весов складывается неплохо, однако для того, чтобы добиться успехов, требуется упорство и настойчивость. Не сдавайтесь, если воплотить задуманное в жизнь сразу не удастся. Скорее всего, следующая попытка окажется более удачной. Возможны выгодные сделки, денежные поступления. Некоторые весы начнут выгодное сотрудничество с новыми партнерами. Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Вам будет нетрудно найти общий язык с близкими, удастся решить многие важные вопросы. Хорошо проходят романтические свидания. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Этот день будет для весов не из легких. Возможны вспышки гнева, агрессии и недовольства, поэтому будьте предельно осторожны. В таком состоянии вы можете нанести себе вред. Аккуратно обращайтесь с техникой, бытовыми приборами, острыми предметами. Занимаясь активной деятельностью, помните, что вечером следует хорошенько отдохнуть, чтобы зарядиться энергией на следующий день. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Весы в этот день будут заняты переездом, ремонтом дома и покупкой недвижимости. Финансовое положение отличное, поэтому на все хлопоты средств у вас хватит. В понедельник нежелательно резко менять планы и принимать решения.
Банальная ссора с избранником может перерасти в серьезный конфликт. Весам стоит позаботиться не только о своем, но и о здоровье членов семьи. Гороскоп Дом на сегодня. Этот день не годится для принятия серьезных решений и начала новых дел. Планы могут многократно измениться, перспективы будут неясными, а важные детали могут ускользнуть от вашего внимания. Лучше не решать никаких семейных и финансовых вопросов. Личный гороскоп. Неблагоприятный день, который способствует обострению хронических заболеваний. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или сложной информацией. Склонность к самопотаканию или иллюзиям в отношении к партнеру может привести к финансовым потерям. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму. Понедельник для Скорпиона – благоприятный день. Хорошо проходят важные встречи, удачными будут переговоры о сотрудничестве. Вы уверены в своих силах и настроены оптимистично. Это помогает завоевать расположение окружающих. Можно посещать государственные организации, юридические вопросы удастся решить быстро. Вероятно, денежные поступления, они окажутся очень кстати. Например, помогут решить какие-то бытовые вопросы. Вечер подходит для романтических прогулок и поездок, а также для посещения светских мероприятий. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Сегодня скорпионам нужно смотреть в оба. Рядом крутятся недоброжелатели и враги. На работе возможны небольшие проблемы, которые в скором времени разрешатся. Для достижения душевного спокойствия вам следует вести себя предусмотрительно, не поступаться своими принципами и действовать по справедливости. Идеальный вариант – это настроить себя на положительные эмоции и хорошее настроение с самого утра. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Скорпион». Гороскоп предсказывает Скорпиону отличный день, когда все намеченные планы сбудутся. Можно обращаться в юридические конторы и решать вопросы наследства. Если есть желание, то отправляйтесь в поездку за город всей семьей. Новые знакомства в личной жизни не приведут ни к чему конкретному и желанному. Скорпиону не стоит тратить энергию на незначительные дела. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для улучшения отношений. Это время сближения, появления общих интересов у тех, кто имеет постоянного партнера, и новых знакомых у тех, кто в данный момент разочарован и одинок. Многим придется сильно изменить свою жизнь и найти разрешение давно назревших проблем. Личный гороскоп. День отмечен обновлением чувств, началом новых дел, подъемом жизненных сил. Возможно, что полоса неудач закончится. Вы захотите внести перемены в свою жизнь. Может случиться так, что новые предложения сделают покровители, а друзья поддержат вас. Не откладывайте дело в долгий ящик. Понедельник Стрельцу обещает успехи в самостоятельной работе. Вам не нужны помощь и поддержка, чтобы осуществить задуманное. Нестандартный взгляд на вещи часто позволяет быстро решать новые задачи, да и справляться с привычными делами гораздо быстрее, чем обычно. День подходит для учебы и исследовательской деятельности. Если вы стремитесь к переменам в личных отношениях, стоит проявить инициативу во второй половине дня. В это время вам будет легко не только найти общий язык с окружающими, но и договориться об их тайных желаниях. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Для вас этот день будет не из простых. Будьте осторожны и внимательны, вы можете пораниться. Сегодня Стрельцам лучше не пользоваться бытовой техникой и острыми предметами. Возможно появление проблем личного характера. Появится недопонимание с любимым человеком, разногласия с домочадцами. Вечером вы должны отдохнуть, не предпринимайте ничего серьезного после захода солнца. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Понедельник Стрелец окажется в эпицентре ярких и неожиданных событий. У вас появится возможность изменить не только профессиональную сферу, но и личную жизнь. Будьте бдительны и разумны, чтобы не попасться на приманку к мошенникам и авантюристам. Гороскоп «Дом» на сегодня. Домашние посиделки в этот выходной день вас никак не вдохновляют. Только не это. Захочется простора, воздуха, новых впечатлений. Все? Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди. Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное, попусту не волноваться. Личный гороскоп.
Вероятно, сегодня вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Не исключено получение прибыли. Звезды не рекомендуют пока искать новую сферу деятельности или менять партнера. Однако не оставляйте без внимания любые предложения. В понедельник козероги склонны переоценивать свои силы, браться за дела, с которыми едва ли можно справиться в одиночку. Возможны неудачные покупки, сделки, о которых вы вскоре пожалеете. Нужно взглянуть на ситуацию реально, чтобы понять, как можно изменить ее к лучшему. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Вероятно, неприятная встреча, конфликтные ситуации. Не исключено, что кто-то попытается заставить вас решать чужие проблемы или брать на себя ответственность за ошибки, допущенные другими. Вечер порадует многих козерогов приятными сюрпризами. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Сегодня у козерогов все должно быть под контролем, в ином случае могут возникнуть проблемы в профессиональной сфере, ссоры с друзьями. Вам следует настроиться на положительный лад с самого утра и пытаться быть позитивными на протяжении всего дня. Не будьте слишком резкими или грубыми с любимым человеком, это может оскорбить его чувства. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Этот день Козерог запомнит надолго, ведь вы познакомитесь с человеком, которому вскоре сделаете предложение руки и сердца. Жизнь покажется настоящим праздником, хотя финансовое положение не будет таким безоблачным. Гороскоп рекомендует Козерогу искать новых партнеров по бизнесу, тогда дела пойдут на лад. Для сохранения здоровья вам необходимо заняться спортом и вести здоровый образ жизни. Гороскоп «Дом» на сегодня. Козероги могут остро ощущать одиночество. Возникнет потребность в постоянном присутствии близкого человека, к которому представители этого знака будут относиться самоотверженно. По сути своей вы отшельник, и вам нужен друг, который поддерживал бы вас в трудную минуту. Личный гороскоп. Вероятно, перед вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений. Снижен жизненный потенциал, вы быстро устаете, легко простужаетесь. Возможны аллергические реакции, пищевые отравления. Особенно внимательны к своему рациону должны быть представители знака, страдающие хроническими заболеваниями пищеварительной системы. В понедельник утро у водолеев будет удачным. Не исключено, что именно в это время вы получите ответы на вопросы, над которыми ломали голову в последнее время. Возможно, приятные сюрпризы, неожиданные подарки и предложения, от которых не захочется отказываться. Вторая половина дня принесет заботы и хлопоты, а также встречи, которые скорее огорчат вас, чем обрадуют. В это время могут возникнуть разногласия с близкими, отношения в семье станут более напряженными. Постарайтесь воздержаться от язвительных замечаний и критики в адрес окружающих. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Отличный день для продвижения по карьерной лестнице. Долгожданное повышение уже не за горами, однако оно потребует от водолеев немалых умственных, эмоциональных и физических затрат. Не слушайте других, они попытаются убедить вас, что вы делаете неправильно, прислушивайтесь исключительно к своему сердцу и внутреннему голосу. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Общение с коллегами у Водолея не складывается, что может отразиться на совместной работе. Не пытайтесь бежать впереди паровоза, тогда ситуация изменится к лучшему. В понедельник вам потребуется поддержка родственников, а также крупные займы в банке. Но если вы занимаетесь личным бизнесом, то такая тактика приведет к успеху и благополучию. Вечер Водолей посвятит семье и детям. Гороскоп «Дом» на сегодня. Водолеи наконец-то смогут понять, почему у них периодически возникают аллергии и отеки. Станет ясной причина, вызывающая такую реакцию организма. Займитесь укреплением иммунитета. С этой точки зрения невозможно переоценить пользу от физических упражнений, аэробики, шейпинга, бодибилдинга. Систему нагрузок пусть разработает тренер. Посещайте баню, русскую или сауну, как вам больше нравится. Личный гороскоп. День не слишком удачен для любовных отношений, так как вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам.
Во второй половине дня вы можете получить ободряющее известие или выгодный заказ. В понедельник рыб ждет благоприятный день. Многое складывается хорошо. Вы часто замечаете те возможности, на которые не обращали внимания раньше, поэтому добиваетесь большего, чем ожидали. Можно учиться новому, а также общаться с людьми, готовыми поделиться своим опытом. Не исключено, информация, полученная сегодня, поможет избежать многих ошибок. Хорошо проходят деловые переговоры, можно договориться о долгосрочном сотрудничестве, определиться с рабочими планами на будущее. Вечер порадует приятными встречами, знакомствами, которые могут получить романтическое продолжение. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Удача будет ходить за рыбами в понедельник по пятам. Вы преуспеете во всем, будь то спорт, образование или творчество. Но чуть позже вы поймете, что за постоянное везение придется платить. Вы будете слишком измотаны и утомлены, возможно, обострение не беспокоивших вас ранее болезней. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. Гороскоп предсказывает рыбам массу приятных встреч и захватывающие события в жизни. Вы найдете для себя увлечение, которое подарит моральное удовлетворение и раскроет ваши творческие таланты. На личную жизнь рыбам не хватает времени, но это вполне поправимо. Если вы научитесь планировать жизнь, а не хвататься за все сразу, то скоро поймете, что такое комфорт и счастье. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено легкомысленное отношение рыб к своим обязанностям. Они могут переоценивать степень своей независимости и свободы, у них может появиться склонность оправдывать свою несдержанность. Соблюдайте партнерские соглашения не только с супругом, но и с компаньонами. Личный гороскоп. Сегодня благоприятное обращение в вышестоящие инстанции. Не исключена поддержка и покровительство влиятельных особ или старших родственников. Могут быть удовлетворены просьбы о финансовой помощи. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч!